Почетный гражданин Красногорска – один из лучших слесарей КМЗ имени Зверева. Он проработал на предприятии 65 лет и с гордостью носил звание «Мастер золотые руки». Сегодня у стен 16-го дома на Первомайской улице вспоминают героя социалистического труда Юрия Петровича Курбакова. Он прожил здесь почти полвека. Активное участие принимал в спорте, следил за работой, был примером для молодежи, участвовал во всех комсомольских мероприятиях, спортивных мероприятиях. Он и сегодня пример для молодежи. На митинге ребята из школы номер один. Они историю красногорских героев труда проходят на уроках. И каждый год выступают на мероприятиях с рассказом о бывших учениках, прославивших учебное заведение и сам Красногорск. Ребята, готовясь к этому мероприятию, конечно, получают такой огромный потенциал знаний. Знаний о городе, знаний о том, что самое достойное в жизни человека – это труд. И, конечно, трудовое воспитание – одно из главных воспитаний в нашей образовательной системе. Митинг у досок героям социалистического труда – непременная часть мероприятий в честь праздника труда в Красногорске. Этот небольшой мемориал в память о Юрии Петровиче был открыт на Первомайской в феврале этого года.